Всем привет, с вами Кривуля Андрей Чали. На своем канале я рассказываю о 3D груминге, записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее, разжевывая все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за $1, который дает доступ к закрытому Discord чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность уделять больше времени на мои уроки. Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Ephere. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где вы можете задать все волнующие вас вопросы по Ornatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и, конечно же, форум. Если вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CGTrader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока. Так, в общем, вот такой вот результат за эту неделю. Такой вот получился. Клампы как раз еще я буду прорабатывать. Вот. На это еще моменты я еще не обращаю внимания. Тут буду смотреть потом. Сейчас задача все вот эти клампы проработать и правильный переход сделать. Так, сейчас я еще свет поверну. Посмотрю, что здесь. Уже интереснее, чем было. А тут еще надо будет доработать. То есть, я даже не знаю, может сделать вот так вот. Интересно как-то. А может оставить такой вот переход. Посмотрю. Видите, вот когда рефов со всех сторон нет, нужно эти моменты все продумывать. Можно, конечно, сделать типа эту часть тоже какую-то такую вот. В принципе, можно. Как бы получится горшок. А можно оставить, чтобы она вот на нет типа сходила. Типа вот так вот. Ну, как сейчас и есть. Вот, то есть просто закрыть здесь проплешины такими вот штуками. Посмотрим уже. Получается, в следующей неделе я там расписание выложу, а вот 28 по 1 как раз будет тоже тот же новый VIP. И посмотрим уже, что дальше делать, как оно будет получаться. Но мне кажется, так интереснее, чем было. То есть такой вот результат, когда такие вот моменты. Понятно, что все это будет распушиваться. Здесь, может, еще сделаю кудри, может быть, посмотрю. А может, так оставлю, чтобы типа два разных стиля. Посмотрим. Но пока вот такой вот результат. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.